Станция метро Арбатская. Вот эти все ресторанчики, которые у нас тут были красивенькие, в Алмате. Постройки, все магазины, которые были рядом с метро, московским метро. Это по всей Москве сегодня, да. Уже вторую трансляцию сделали. Планируется, как говорится, ломать не строй. Сейчас будет кадр, когда завалит трактор в здание, это будет трактор? Потому что ломать они не умеют. Сейчас крыша грохнется просто на трактор. Да, а может разрешение найти. А мы уже все отменили, все разрешения. Наверняка. Всем уже пофиг. Народ, который рядом стоял, торговых рядов 40 евро война, только никого рядом нет. Я вот подтверждаю. Дышать невозможно. Вперед просто проедем? Да, да. Пройдемся вперед. Короче, вот. Там были торговые.
104 здания сносят, вот смотрите, какие красивые здания. Подлежат сносу. Выскакивает из этой трансляции.